Всем добрый день! Сегодня я готовлю икру из баклажан по бабушкиному рецепту и решила заодно поделиться видеорецептом с вами. Значит, нам понадобится 5 крупных баклажан, синеньких, как говорила моя бабушка. Режем их по сантиметру толщиной. Вот такие вот. Присаливаем, и они у нас стоят. Отставляем их в сторону. Подготавливаем овощи. Значит, 3 крупных луковицы на 5 синеньких, на 5 баклажан. Головка чеснока, 2 моркови. Значит, 3 помидорки. У меня и помидоры, и ложка столовая такая с горкой томатной пасты. Перец. 2-3 штуки болгарского перца. Ну, у меня турецкий, поэтому здесь побольше. И большой пучок укропа. Соль, перец по вкусу и растительное масло. Вначале мы обжариваем лук. Затем добавляем морковь. К моркови томатную пасту. И потом туда уже подготовленные синенькие. Помидоры мы кладем позже. Лук режем крупно, для того, чтобы он ощущался в икре. Ну, придает некую пикантность. На этом этапе солим, перчим лук, потом добавляем морковь. Масла растительного не могу сказать, сколько. Это будет зависеть от того, сколько простояли подсоленные баклажаны. Если мало совсем, то масла понадобится больше. Если они постояли полчаса, то масла меньше. По результатам готовки я скажу, сколько у меня ушло. Посуду желательно взять для приготовления икры ну, потолще. Вот я посолила, поперчила. Сейчас лук подойдет. Не надо его до готовности обжаривать. Как он чуть-чуть посветлеет, можно добавлять морковь. Кто не любит, чтобы лук попадался, допустим, ощущался в икре, можно его помельче пошинковать. Ну, мы любим вот так вот, как бабушка готовила, привыкли к такой икре, поэтому я делаю именно по ее рецепту. Пока у нас готовится лук, подготавливаем помидорки. Делаем надрезы такие и опускаем в кипяток буквально на 2 минутки, потом в холодную воду, чтобы хорошо снялась кожица. Я добавила морковь. Я ее потерла на крупной терке. И сейчас доведу до полуготовности. Добавлю туда томатную пасту. Попробую на вкус. И потом буду потихоньку добавлять синенькие баклажаны. Когда уже баклажаны будут добавлены, добавлю перчик и помидорки. Размешиваем томатную пасту. Икра готовится недолго, получается очень вкусная. Мы любим такую остренькую ее, и на завтрак это просто сказка. С кофе такая икра, и я что-то вспомнила о ней недавно. Думаю, надо будет сделать. Положила баклажаны к зажарке и ставлю на самый медленный огонь. Вот такой вот у меня огонь. Затем я туда добавлю перчик. Перец попадается острый, не острый, поэтому у меня он такой своеобразный перец в Турции. Берешь вроде не острый, попадается половина жгучего. Потом добавляю помидоры очищенные. Закрываю крышкой и тушу до полуготовности. Добавила перчик, тоже все крупно. А я говорю, что делаю по бабушкиному рецепту. Она вообще по полбаклажана почти клала, но вкус непередаваемый. Поэтому тоже кромсаю все крупненько. Я добавила зелень и чеснок. Закрываю крышкой и на медленном огне тушу до готовности. Синенькие превратились уже практически в икру, но все равно еще как бы видно, что это баклажаны, перчик, то есть не сплошная каша.
Вот мы любим именно в таком виде, чтобы видно было, из чего блюдо приготовлено. Можно на зиму закрывать эту икру, но у нас она до зимы не достаивает, поэтому съедается моментально. Очень вкусная, слегка перченая. Я думаю, что понравится. Это не сатэ из баклажан. Сатэ все-таки это не до такой консистенции его готовят. У нас в доме она называется икра. Икра из синеньких. Вот так вот выглядит икра в остывшем виде. На бутерброд с горячим кофе. Вообще. Очень вкусно, нам нравится. Надеюсь, что и вам понравится. Семейный рецепт мой. И, как говорят в Турции, афиет алсум. Приятного всем аппетита!